спонсор сбора данного этой залупаза, вот. Нива Техсервис. Вот это спонсоры? Да. Это не спонсоры, это спонсор, конструктора. Который, нет, спонсор, который предоставляет тебе детали и... И сборку. Конструкторские решения. Да, да, друзья, кому надо починить Ниву, слышите? Да, обращайтесь вот сюда, вы в любом случае... Лучший гараж по Ниву. Лучше вообще по всему, и по залупазлам тоже, кто захочет построить. Сюда, не, сюда только по Нивам, в общем, по Шевроле Нивам и по классическим Нивам. Вы видели, сколько дипломов там, просто нереально. Это все эти руки сделали. Вова, пошли доставать мотор. Да я не знаю, где мотор. Саня, пошли хоть посмотрим, есть он или нет. Пошли хоть покажешь. Вырубаю. А, чтобы дорогу не запомнили или что? Давай, вырубаю. Тут есть запорожец тоже. В идеале вообще. С кожаным салоном. Блестит. А где он? Вот там мотор. А что это за кронштейны? Они нужны нам? Вам нет. А куда? Что они крепят? Это на балку. На балку. У вас нету ниловских таких запчастей. Да нет, но нам же к раме надо будет что-то приварить, чтобы мотор не упал вниз. Может, есть готовые... Лучше жигулевские, наверное. Жигулевские лучше? Наверное, да. Мотор! Так он какой-то разобранный. А что тебе надо? А что он такой грязный? Ну, такой. Износ? Не помыли его. А так нормально он? Ну, во всяком случае, сюда заехал своим ходом. Это то, что нам и надо. Нам, в принципе, ничего больше и не надо, да? Ну, наверное. А мы его подымем? Блин, он высокий такой, слышишь? Влезет в залупас? Ну, если что, можно горб на капоте сделать. Да влезет. Влезет по высоте? Лучше ничего не делай. Вован, я нашел твой мотор. Что ты нашел? Вон он, смотри, какой красивый. А, так ездишь, видишь, здесь какая-то головка. Осторожно, осторожно, Макс. Макс, остановись, глянь, вот это он хочет в карьер вернуться и показать всем, как надо ехать. Да, я только заглушечку эту заберу, она Вовина. Не-не. Она Вовина. А так а как мы поедем без нее? А, там трамблер же. Слушай, Руслан, кованые поршня я уже вижу тут нужны. Да, и ты смотришь, где турбину ставить? Или? Сальники, да. И шатуны кованые обязательно. Так мы его куда? Саня в шоке смотрит на это все. В зеленую мечту. Не, в гараж докомплектовать же надо что-то, аж прикрутить там маховичок, может, какой-то. Сможем или нет, Саня? Скажи правду. Ого! Ёханы бабай, пацаны! Я уже старый. Где ты взял с тяжелой стороны просто? Старый. Что ты говоришь? 36. Говорю, сразу протащивай. 34-36. И что? Чтоб, ну, головку надо сразу сделать. Ты, короче, хочешь, чтобы на задних колесах ехала машина? Зачем? Клапана от Сиерры, говорит. А подходят или что? Тем более у тебя... Надо сделать, чтобы подошли. У тебя на, по закупке клапана от Сиерры надо, да? Ну, можно от BMW. От BMW. Там тоже есть. У тебя тоже есть. Пусть не вариант. Фух, блин, что-то мне уже тяжело. Делать. Ну, хорошо, давай. У меня уже дух захватывает. Ты это самое. А ну, посвети, адреналин. Посвети туда, в клапана. Ой, посвети, говорит, в клапана. Туда. Так, и что там? Это с твоего мотора будет. Да, что плохо. Короче, чего там плохо? А он давно лежит, Саня? А есть у вас чем Саня протащить на 36? Сколько? У вас есть? А резцы есть у вас? 1,8 поставили такие, да, и стоит. Так это года два уже? Да, наверное. А это блок его 82 расположение. Нельзя. 79-й. 80 можно ставить, да? Безболезненно. Ну, да. 80 еще можно. Это с красной Нивой моторчик. Выпускной палец. Ну сейчас найду что-то. Раздаться. Будет как новое. Низ. Что там? Руслан, по 3 гривны за кило. По 3 гривны за кило отдают? Сколько? Давай, сейчас я взвешу. Подожди. 4 килограмма. Так, пружины нам надо? Да все бери. Смотри, сколько добра. Офигеть вообще, да тут не один залупаз можно построить. Новые, смотри, диски новые. Где новые диски? Вот.
Берешь, да в идеале. Берешь просто... А вон карданов тут чуть-чуть, смотри, сколько тут всего. Ну, я же тебе за что говорю. Ёлки-палки. Смотри, жрусовый есть. Где жрусовый? Вообще фантастика. Еще один шрусовый. Еще один шрусовый. Смотри, какой выхлоп шикарный. Так мы сейчас здесь соберем, заведем и поедем. Ёлки, а вот трубы, можно раму усилить нам. Саня, где ты? А вот тиски в этих тисках можно будет его согнуть новый залупазу. Килограмм 200 туда добавить. Тут печка зимой, если мы до зимы не успеем собрать, можно включить будет. Что до зимы? За сутки мы должны собрать. Да, блин, что-то мне предчувствие, что можем не успеть. Амортизатор, забирай. Тоже по 3 гривны? Не, амортизаторы дороже. Да что, чем они отличаются? Здесь тихо, это логово здесь собирают. Здесь ставят блокировки на неовские, да? В этом месте ставят, вон. Угу. Блокировки тут ставят. Угу. Смотри, пары. Мои пары. Твои пары. Двоечные? Хоть прикоснуться к ним. Двоечные, хоть... Руслан. Блин. Вышло без 20 на 2. А вон еще там стеллажик, там все есть. Передние мосты. Вот передних мостов, смотрите. Ох и логово, да, мостов. Корпусов передних мостов, правильно сказать. Ёлки-палки, там он дальше еще там сколько. Сошки, а, коробку. Там разные. Саня говорил, коробку да, поищет еще где-то. Ну это смотря, как ты себя вести будешь. Ну давай, я буду хорошо вести. Пацаны, найдите что-нибудь еще. Новая? Стартера. Новая. Тут по ведрам. Новая. А! Новое сцепление. Где новое сцепление? Мое? Да, это новое сцепление. Новое сцепление. Новый диск. Еще новый даже не... Шестерочный оригинал? Да, оригинал. Это мое. Маховик. Валю, так, вот и сцепление у нас уже есть. Мотор есть, сцепление есть. Выжимной. Маховику есть? Маховик. Болты надо, да. Там... Да ну не гони, говорит, мотор украли. Ты чё? Вован, прекрати издеваться надо мной. Лежит мотор. Да, вот эту деталь надо будет купить. Идеально будет все переключаться. Не могу поверить в это. Ну и что? Стартер, конечно. Ну давай на аккумулятор бросим, может рабочий. Давай. Comedy Club отдыхает. Макс говорит, точно заработает. Я вижу, что он новый. Сейчас тест-драйва. Замкнуть пробкой, ага. Чтобы не убило. Мы же проводами. Макс, смотри. Да не, отвертка, чтобы не сгорела. Макс, остановись. Давай проводами. Так, количество запчастей возрастает. Все. А, стоп, это сейчас будем ставить на раздатку. Подушки. Подушки сюда. Аккумулятор точно заряжен, да? На 100%. Нет, там масса просто надо потереть немножко. А, это самое, ты что хорошо? О! Так, ну там такое. Это надо 100. Короче, надо его разобрать, перебрать просто. Да. Наверное, может быть, у него есть шанс. Но на вид он неплохо сохранился. Ну, конечно, он заржавел, во-первых, там. ВДшечкой, да? Да. Я рекомендую разобрать. Это ВДшка? Это херсонский стартер. Нормальный? Проверенный. Просто эта фигурация, наверное, дорогая. Рабочая абсолютно. 50 ампер. Да не, надо 120 ставить. На лебедку. Лебедка там есть? Будет. А, дифференциал. Подожди, а это разблокировано, да? Ну да, как бы дифференциал там вот вращаем, да, да, вижу. Задний фланец передний. Вижу, когда, да. А ну. Двигаем его в это положение. Включаем. То мы включаем дифференциал. Все перед... заблокировано жестко, да? Да. Вообще залпобушный где-то так в среднем стоит нормального такого состояния, чтобы зал поставил, где-то порядка 2000, порядка 5000. Пятерки. Мы покупаем на разборке, да, заглянул там в середину лага, все устраивает, крышку открыл. Она пятерку стоит. Ну да, у Сереги бушная пятерка. А вообще я видел в OLX, ну блин, по крайней мере, вот такого состояния. От двух, целое, да? Там 2,5, как бы, блин, там и ну, две. Ну там, смотря, не, ну там могут продать. Я понимаю. Ну вот это такое же состояние его, что может быть, когда там 2,5, чтобы ее продал.
Блин, он не останавливается. Пыли защиты внешней линии. Почини! Он починил его, смотри! Макс жесть! Что нету? Пылезащиты нету? Да. Где, какой? На мотор. Есть новая. Что за пылезащита? А, на этот, на... Да. Ну, железяка это? Да. Не зря он у меня лежал, я его не выбрасывал. Стартер есть, у нас так. Сборка идет полным ходом. Ты сразу устанавливаешь нам, да, Илюш? Да, чтобы вы болты не потеряли. Так надо еще болты эти, коленвальные. Вовремя приехали, а? Навью. А храповик у вас есть? Навью. Хорошо. Что? По 3 гривны за килограмм мы точно залупа сделаем. По пятерочке. Да? Ну смотри, сколько запчастей. Ёлки-палки. Это по 3 не продавало. Это по 4, да, где-то? Ну, по 300. До килограмм? Да нет. Тяжелый, смотри, дай мне это, дай какую-то ручку или маркер. Вова спрашивает, сколько машин. Будем на той картонке писать, потому что так мы собьемся. Да, давай, считай. Три запорожца. Все, а, BMW. Гранд Чероки сломаны, Гранд Чероки не сломаны. Что, зеленая мечта, на которой я приехал. ГАЗ-69. УАЗик. А, УАЗик еще. Короче, все, не будем больше. УАЗик еще. ГАЗ-69 посчитали. А на ГАЗ-69 можно неволскую раздатку ставить? Опа, крышечка. Крышечка. Так это твоя, да, судя по цвету, она похожа. Как ты определил? Жигуля классика. Вот это я. А, это просто. Забираешь? Да. Давай, БУ дашь, Илюш? Нет. Давай БУ испытанный. На, кидай сюда. Два сальника штока, три этих сальника. Мы не забыли руку. Вот эта вот штука. А вот деталь новая. Хоть что-то на залупазле новое будет, да? Да. Оригинальный. Не столько заводского. Так, шкива я не нашел. С 30-го гарита купишь 17. Причем Вовин с того мотора. Это Вовин красный. Растачивать надо? Подожди. Это от красной Нивы, сейчас я покажу. Подожди, да все, Вован, я уношу его. Да красный. Да нет, Вова, все. Блин, не вот он от этой Нивы коллектор. Нет, Вова, все, Макс, прячь быстрее. Макс, он меня преследует. Этот уже расточен, нет? Слышите, иду, думаю, этот капролон или поролон? Поролон. А сдалека похоже. Руслан, а, шары. Шаров или что? Надо проточить. Макс хочет расточить. Ты продувку хочешь увеличить? Ну, конечно, по 34, 36 сразу. Пока ты там раздатку точишь, этот, крутишь, он сейчас расточится. Нам надо быть с этим аккуратным, потому что можно низа потерять. Да? Да? Не, не надо. Мы надо не... уточнять, короче. Давай пока мы в стоке остановимся, а потом уже когда будем... Я смотрю, ты видишь, что здесь, сколько можно тут миллиметр снять... Да, миллиметр здесь, миллиметр не здесь. Не забывай, что у него антифриз плавает. Да? Ну, антифриз же, каналы вот каналы это, да? Вот водяные. Давай пока не будем трогать. В нем плавает антифриз. Да. Подогрев крыльев. Тем более это Вована именной, он не разрешает. Да, Вован? Я, конечно, растащивал сразу. У него новый Соликс, он прячет от нас его. Отдай карбюратор, я тебя прошу. Вован, отдай карбюратор. Ну дай хоть в аренду, мы пока поездим, а потом вернем. Какой? Какой? Любой, а что, давай. У тебя же тоже стоит Соликс какой-то. Так там же жиклеры не те у нас. Есть, нет, там Ставрии. Там Ставрии Соликс, он не подойдет. Какой-то. Да нет, Ставрии у нас. Есть выбор? Слышишь, у них этот, стенка. Ты знаешь, сколько эта стенка в советское время стоила? Как Нива, блин, почти. Мы там кулечек где-то завернутый был. И теперь там карбюраторы хранятся. Ищешь ты, да? А вот головки, Макс, смотри. А чего? А полуось. Мы где-то там в подвале, да, наверное? Твои коробки лежат. Надо узнать, кто головки растачивает, чтобы этот самый и впускной тоже растачивает. Сразу? Ну, конечно, сразу все делать. Я не знаю, вот это вот вещь. Опа. Это ПУ? Есть вариант, вот такая вот вещь. Это 213.
Что это такое? Евронормами со всей фигней. Да нет. Так это в Европу мы сможем поехать с этим? Да? Не, не думаю, что нам евронормы нужны. Нам наоборот надо распиливать, чтобы она мощнее была. Так а что? Подожди. Так а чем отличается? Да это, ну, там со шпильками, видишь, тут лучше. Дополнительные. Макс хотел шпильки снять уже. Шпильковерт есть? Это чужой, ты что? Так это ты говорил, типа паук? Да нет, паук целый продается вместо выпускного, да? А, тогда нам не надо выпускной? Да не знаю. Не надо. Я Макс про карданы спрашивал. Так что? Есть? Видел там пачка карданов. А вот еще ретрактора, елки же. Опа, сцепление. Так. Да, а вон блокировка. Видел, блокировка лежит. Где? А вон. Где? Вот. Вот это? Да, что это? Нет, это дифференциал. Откуда? Не помню. С раздатки? С коробки. С редуктора. Ну, может, с патриота, я не помню. А, что-то большое, да? Да. Так, вот это вот тебе надо. Так, это есть. Так. А вот смотри, запасы какие. Да запасы тут, главное, чтобы еще в этих запасах найти. То, что надо. Да, то, что а водка эта запчасть, смотри, большая. Ага. Большая запчасть, толку от нее никакого. Да, логово серьезное, тут и паяльные лампы. Это клиенты, когда не рассчитываются, да, вы включаете? Да, да, да. Причем, когда не рассчитываются сразу. До обеда, да? До вечера. Шо, на. Смотри, сколько запчастей добавилось. Так, отлично. А вилку. Вот же. Опа, красота. Болгарочки висели. А промкардан, ты говорил, да, БУ какой-то есть. Новая, еще, прикинь, БУ, что? Саня, а что в этой тумбочке? Саня, можно посмотреть? Тут мало, слышь, она вообще полупустая. А тут сакс сцепление было. Лежит новый сакс сцепление. Дифференциал. Самоблокирующийся. Откуда это? Вал Рейсинг. Это Нивовский? Передние корпуса редукторов, это они плохие все вот это лежат? Если были плохие, не лежали. А, это рабочие просто которые эти, просто да? Просто голые. А как они по прочности? Работают? В штатном режиме, да. Если не прыгать, да? Да, если сильно не прыгать. И сильно не раскручивать. Так. А сколько редуктор весит передний в сборе? Не мерил. Ну не очень тяжелый, да? Не, легче, чем раздатка, однозначно. Длинный есть кардан. Серега, да? Вот Саня, туда... сколько вариантов длины есть? Два. Карданов? Да. Тут дофига это. Тут еще и крестовина. Много есть вариантов, да? Ну смотри, Жигули. Так. Не, без подвесного. Или... Ну, если без подвесного, не его УАЗик, он с УАЗика скрутить и поставить. Так оно ж по болтам не подходит. Да, по болтам, кажешь. Ну, блин. Тут на 8, вот, а там вот на 10. Тебе, это Нивовский. Да. А вот тебе УАЗовский. Откуда это УАЗовский? Не УАЗовский, а Рафовский. Рафик. А здесь... Ну, разница. Ну, здесь же не подойдет. Ну, да. Посадочный. Ну, так гучки себе перепаковывают. Что хочешь, что и делай. Одинаковые крестовины? Крестовины одинаковые. И все, да? Да. Волоски, да, Саня? Да. А вот короткий, да? Это промежуточный? Не, это передний. Это передний. Промежуточный. Я не знаю, что вам надо. В общем, вот такой, вот такая бушка есть у вас? Вот такая вот, вот именно один? Вот такая, один. Один, да, надо будет длинный. Так это и так. Один короткий. А вот еще есть. Класс.
Это надо поставить, потом мерить. Так это усиленный. Да. Глянь, уже Вован на него глаз положил. Вован, не смотри. У тебя зубы клацать будут на этих карданах. Да? Чего? Не, ну я просто говорю, им для грязи нормально, а тебе это не, ну за 80... Не-не, нам, чтобы мы на кардон собираемся. Не, мы что? И потом кругосветку после кардона, если нормально кардон пройдет. Со скоростью 40 км в час будет. Какой 40? Нам сотку надо хотя бы идти. Сотку, парни, это не с вашим бюджетом. Блин, офигеть. А что у него не так? Да сейчас просмотры пойдут и бюджет увеличится. А, да. Это не тот, не наш бюджет. Это не наша сотка. Траверса. Ого. У него посерьезнее. С подушкой. На. Сдача. Спасибо. Вот еще одна. Какая лучше? Это целее. Целее? Да. Нормально. Узел. Куча увеличивается. Смотри. Все ближе и ближе мы к старту. Еще одна новая деталь. Вот. Да тут уже новых деталей больше, чем старых уже. Макс, все, можно масло заливать. Огонь. Да, точно. Да, да. Макс, переноси на кучу, чтобы куча больше была. А, ну ладно, сам буду носить. Ты видел, что стартер Макс починил? Стартер работает уже. Хорошо, отлично. Я показал. На каком столе? Где? Куда идти? Подвал. Подвал опять? Да. Выключай интернет. Связь с жизнью. Все, закрываем их здесь. Включи свет. А где коробка? Вова. Даже вот на пятиступку сразу. Пятиступку Макс просит. Не, пятиступка слабая, нам надо четырехступку. Нет, смотри. Нам четырехступку, она более мощная. Одна коробка вот стоит. Дай новую, а которая на гарантии. Не выбивает? Выбирайте любую. Не выбивает? О, а это что? Так, это... Я не знаю, а что вот это за деталь? Это промежуточный кардан, не выше в руле. А он другой, да? Он длиннее, да? Он длинный, да. Он длинный. А это БУшка вам не надо? Нет, это не БУшка, это а, с машины. А, это с этой машины? Макс уже хотел приватизировать. Другой машины. Есть такая? С другой машины. Чужой все. Все чужое. Вон одна не, коробка. Я в плане там того, что... Коробки. Хорошо включается все. Ага. А подожди, тут пружина не работает. На как это не работает? Нет. Толчего? Нет, дублик у них примерно одинаковый. Не, вот не отпружинивает, видишь? Не, не, вот, вот это я имею в виду, толстый или тоненький. Или мы это все равно меняем, этот узел, на Шевроле Ниву меняется, или это внутри? Там вот такой вот большой. Подожди, на Шевроле Ниву, а что ты на Шевроле Ниву собираешься? Не, у нас же кулиса будет длинная, у нас же жмакоробка сзади. Будете доваривать на это, Саня. Чего? Нельзя ту кулису поставить? А? Нет, у тебя готовую Шевроле Ниву. Шевроле Нивы нет, только на пятиступенчатую. Только на пятиступенчатую? Блин. Придется варить, да? Придется варить, да. Придется пружинками вместе. Мы делаем машину на века, не рассказывай нам эти басни. Не выдержит наш проект, не выдержит. Все выдержит. Так а тут в самой этой проблема? Да, там пружинки самой. И все? Ну да. А первичный вал новый там? В идеале почти. Есть диск? В комплекте идет? Но он все равно не останется. А сюда пыльник еще надо. Пыльник новый. Давай. Вот мне, пожалуйста, диск сцепления. Блин, заряженный диск. Моща. Что, понесли? У тебя же там это, 205.
Пошли новые запчасти. Нет, пыльник шоу. Сальники новые? Да, я сам запишу. Прибор для установки. Все уже. Двигателя. Ты говоришь, что ты сделал там капиталку. А я делал, я ничего не делал, Саня все делал. Саня, ты меня перезвешивал. А что ты делал в том двигателе? Ну что, там, по-моему, полностью был. Поршня, поршневая, колодца. А из-за чего он так масло ждет? Голова. Голова? Ну да. Ну, потому что ну, его бензин мотор долго не живет. И возможно, да, голова запилили. Плюс издевались, да, над ним не раз. Да, если хочешь, гоплык, гоплык и не один. Он там и масло, когда жрал, валил так нормально. Гоплык вот это. Позапрошлый, когда спецучасток, когда за 20 минут до финиша вы поехали. Это там? Это тот мотор! Да! Разве? Его нельзя разбирать, он должен ехать так. Нет. Что, нет, да. Был. А после того уже вы поменяли на 1.8. Да, мы в 17 году на гоплыке утопили 1.8, сделали 1.6 полный капремонт и засунули его туда. Короче, его... В 17 году, в декабре месяце, он туда стал. А, можно? Потом мы на нем 2 года отъездили, и этот самый, и поставили 1.8 обратно. Короче, 1.8 поржавел. Это ж, смотри, это ж коллектор, да, с этого мотора? Ну да, все с ним. Ёлки-палки. Легендарный мотор. Ты что, залупас вообще просто ставишь мотор, даже можно не заводить, она будет взлетать, блин, с этим мотором. Да ну, как оно будет. Большое. Слышишь, он... Не, подожди. Он там... Оно тоже не подойдет. Он там пошел, сейчас тут рождаются конструктивные идеи. Тихо, я тут что-то нашел. А, вот же, лицевая есть, правильно? Опа! Я понял, мы тот кардан просто отрежем, делаем его коротким, да? Да там можно придумать, если разносить. Нам надо раздатку, то решение нужно. Сережа, просто я сейчас залезу в твою заначку и ты меня убьешь. Какую? Не, Сережа, не что такое? Хорош. Еще и ключами перебираешь. Макдавид, хороший. Ты хочешь, чтобы они на раздатку поставили вторичный вал, то есть фланец от раздатки, то есть на коробку фланец от раздатки, да? Что-то он задумал. А, сейчас. Я понял, полужигулевский. Все, я понял. А я что-то не понял. Все, тут решения рождаются просто мгновенно. И мы отодвинем, блин, раздатку, а мы там сыграем длиной и сделаем два кардана одинаковой длины, короче. Мы сыграем сейчас расстоянием, рассказываю. Вот этим расстоянием между раздаткой и коробкой мы сыграем. Отличная муфта, Руслан. Где? Так, вот запчасть есть. С болтами. С болтами, ёханый бабай. Устал уже, Руслан. Устанавливать уже? Устанавливать. Да подожди, ищут запчасть. Саня ищет. Вот это самое лучшее, ну да. Так она хорошая, ты чё? Ну она немного подкусывает, поэтому... Ну, нам на первый выезд хватит, а там мы разберемся потом. И что? И теперь что мы... А, все, я понял тебя. Я понял его, все. Решение найдено. Сэкономил 100 баксов. Да все, уже решение найдено. Смотри, что делаем. Все. Аргоновая сварка решает? Так, какая аргоновая? Там не нужна аргоновая. Там обычная сварка решит, если... Нам не подойдет. Полужигулевская. Типа блокировка. Полужигулевская. Да. Как есть. Да. Кто посмотрит. Можно пока поездить, да? Да, походит. Главное, я думаю, соберите конструктивно, а потом уже надо будете уваливать деньги. Нам главное, да, понять, что получилось хорошо. Да, если оно получится, то там дальше будем потом дорабатывать, да. Это сюда ты рил подшипник, да, ставить трубы? Нет. Или не? То в крышке, на выходе. А, на выходе? Это вход в раздатку, это первичный вал раздатки. Да, да, я понял. От коробки, который. Еще? Ничего мне. Это им запасная крестовина. А, я понял. Это в дорогу нам, да? Да. Это же мы на кругосветку пойдем когда-то, возьмем с собой. А что это будет? Это у вас промежуточный. Это промежуточный вал. Ах, нихера.
Нифига не вышло? Подожди, подожди, мы сейчас там... Подожди, живлёски можно просто поставить и всё. Там какой неправильный, может быть, взял, да? Вазовский. Заводской. Ну сюда же должно как-то подходить. А, надо вилку просто взять жигулевскую. Да, эту. Да, и все. В смысле вилку? Вот эту, ну вот ту вилку. Часть, которая на подушке сейчас. Балеринку. Так она да. И есть жигулевская. Это и есть. А что она не влазит? Она не влазит. Да, чуть-чуть стукнуть. Чуть-чуть не то. Отвертку. Так, дубль 2. Макс помыл руки, но чистыми они были не очень долго. Попытка номер 2, кардан другой. Вова, 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 положи молоток, Вова. Вова, видно. Опа, вот он момент истины. Что? Опа, получилось, вот он промвал. Все, отрезаем, свариваем здесь. И все, да, готово. Получилось. Да все, раздатка уже почти новая. Капитальная. Сальники меняются. Не будешь уже стоят местами, вот они. Вот. Да. Ничего себе. Вот так вот. Новый. Да сейчас он будет взлетать. Когда промвал готов. Ты же только сапуны, по-моему. Сапуны, да. Коробочка тут уже. В общем. Старт близко. На какое нам расстояние? Да, ну то мы вымерим. Нам желательно в идеале сделать два кардана передний и задний, чтобы взаимозаменяемые, одинаковой длины. Когда в кругосветку пойдем или на карпатский кордон, понял? Чтоб, у этого чтоб... одинаково. Так, а что у кого? Одинаково? Вперед-зад одинаково. Да. Такой, как у него зад. Принял так. А в принципе, расстояние, смотри, примерно одинаковое. Колесная база, как у нас? Ну, примерно да. Примерно да. А какой? Ну, это только так надо при точном замере понять. Ну, в принципе, то мы померяем и подгоним уже. Просто его разбирал. Пластичку разорвать, я не знаю, что надо. Я видел, она же гулятка подрывает. Все стоит на месте. За коробку капиталить не будете, да? Коробку капиталить? Ну, да. Да это заводская, она... Ну, синхронно там, там... А что, там все четко настроено. Ну, там вазовская сборка, ты че? Какого она года? Не пишут год выпуска коробки? Знаешь, типа, как это качество Мерседеса? Не, ну коробка жигулевская, четырехступка, самая надежная в мире, да? Это модель СССР или просто назвать, или вперед? Я вообще не понимаю, что это такое. Нет, ты же как-то знак, то есть вперед для тебя это... Вперед больше вынесешь, тем лучше. Да? Короче, конечно, если сопка будет как это. А, точно! В спортивном автомобиле. Тихо, тихо, Макс, подожди, Саня подсказывает, что делать. Пусть уже тянет. Смотри, будет... Пусть уже тянет. Так там передача не та включена. А какая должна быть включена? Я не говорю. Что-то не то. Ты переключайся во время вытягивания. Не переключайся. Что-то не то. Вытянул, глянь. Все новое. Давай вот, туда. Вот эта пружинка, да? Подожди, пошли вовнутрь посмотрим. Так, а посмотри, а что где внутри пружинка? Там. Нету. Пропасть. Ёлки-палки. Что ты хотел увидеть в черной двери, а? Там ничего твоей... нет, ты видел? Тебе еще масло душное. Ну вы, батенька, вообще. Там масло есть у нас, я знаю, где продают. Что там внутри, посмотри, в хорошем состоянии, Саня? А что я тут увижу? Я тут ничего не увижу. Ну это масло я там вижу. Есть и масло, я да? Говорю тебе. Масло есть, все. Как проктолог, знаешь, залез такой, пощупал, как она нормально. Ё-моё, у него прибор, смотри какой. Точно как проктолог, да? Смотри. Что, ничего? Не нашел? Пружину ищешь или? Да. Остатки прошлой цивилизации.
Может, ее размолотило? Может, ее и размолотило. Как размолотило? Вы что? Бывает такое. Бывает, а потом днем... Блин, этот на Красной Ниве вообще жесткий парень, да? У меня на пойму подшипника выходного вала как-то размолотило в коробке. А что? И что было? Ничего. Починили? Вытащили, вытряхнули. Тарахтело сильно. Три. А сейчас сколько? Время летит. Смотри, за 4 часа уже собрали новую конфигурацию залупазы. Ну я говорю, что за ночь мы все сделали. Да, пружины ручек ты не выносил, да? Пружины нет, не выносила, не очень дорогие, боюсь. Что пружины ручек? Нужны пружины, ты че? Да и так, уже. Ёханый бабай, новые запчасти, сальники новые, кронштейн новый. Сейчас пружины. Да не, ну это будет. Будет зверь аппарат. Ну, раздатка не идеальная, но мы проект протестируем, да, как я уже говорил. Потом посмотрим дальше уже, как пойдет. Доработаем. Вакуум? Да. Какой вакуум? На тормоза. Зачем нам вакуум? Поставим. Не-не, у нас как в спорткарах, ты должен педалью ногой чувствовать усилие. Это не думал, что ты меня не жалеешь. Да-да. Так что, слышишь, ты понял, правильно сказал, правильно Саня сказал, что мы выдвинем раздатку и развесовку сбалансируем за счет длины. Запорожец кончится. Ну, план. Класс. Все, да? И что, уже можем включать? Класс. Это повышенная, нейтральная, пониженная. А, нейтраль же есть, да? Ну да. А чтобы не нажимать, можно тут что-то сделать? Да, красиво. Четвертое. Если мы вот так, то оно зеркальное, а если мы внизу крепим, то тогда оно включается как нормальная скорость. Да? Да. Только у нас не будет нажал вниз и включил заднюю. Надо сейчас убрать тут какой-то фиксатор. Под рулевой переключатель сделать, как в американском. Так, а как мы заднюю? А, фиксатор. С инвалидки. Надо убрать просто пружину, да? Или как? Или вот эту пластину. Просто. Ага, ну все. Если она сейчас все соберется. И задняя? О, отлично. Все, красота. Ха. Ага, нет. Нет? Да не, оно ж там, там же ход. А? За что пластинка? Вот, блин, что делать? Мы пружинку просто убрать. А, мы тогда не сможем переднюю включить, да? Так. Задняя это засада. Ну. Так а что будем вперед ехать все время? Лезу такую вот хрень вот такая вот, видишь, она там? Mm-hmm. Да, да, а, все, и я если понял. Если нет этой толщины... И просто вот, шайбочка, да? Просто шайба, да. Бывают люди шайбу проходят. Чего себе, ты новые эти поставил? Макс, иди включай понижайку уже. Не, это... Блокировка? Блокировка? Да. Есть. А это понижайка, да? Сейчас проверим, жаба работает. Это нейтралка. Опа, ого, проверка тут. Может, она не работает ни хера. Думаешь, у нас эта лампочка будет подключена? Не, она не работает. Давай попробуем, работает ли там. Говорит, люди с болгаркой, они как те, что против коронавируса в супермаркете, да? Блин, Саня делает нам заднюю. Ты заднюю нам делаешь, Саня? Да? Заднюю делаешь, чтобы включалась. Видишь, как мы все тут продумываем? Тут прям... Инженерная мысль так и прет. Блокировка светится. Это датчик работает. Работает, да? Спонсор сбора данного этой залупаза, вот. Нива Техсервис. Вот это спонсоры? Да. Это не спонсоры, это спонсор, конструктора. Который, нет, спонсор, который предоставляет тебе детали и... И сборку. Конструкторские решения. Рекламы, да, объявишь, ничего, да, друзья, кому надо починить Ниву, слышите? Да, обращайтесь вот сюда. Вы в любом случае... Лучший гараж по Ниву. Да, лучше вообще по всему. И по залупазлам тоже, кто захочет построить.
Сюда не, сюда только по Нивам, в общем, по Шевроле Нивам и по классическим Нивам. Вы видели, сколько дипломов там, просто нереально. Это все эти руки сделали. Мы не запороли? Наварим. Наварим? Да. Именно так. Что, все готово? А, вон подушки же уже. Ну, я понял. Вы там будете по ширине выставлять, как надо. Надо гайку. Можно надо гайку. Тут что-то гайку подложить, да? Внутрь накидать. Ну, посмотрите, ну, да, по гайка. Либо сюда, как надо будет подвинуть, так и подвинуть. Могу еще третью подогнать, под третью точку. А тут такая же там? Да. Такая же, да? А, не, я прошу прощения, Ниволская там, широкая. Это Шевроле там, да. Российская оптимка. Но я могу сюда пойти найти сейчас. Есть? Давай. А если нужна, то... Конечно. Ну, давай, ну... Не помешает, будет жестче конструкция. Так, все, и подушка третья есть. Все работает, да? Да? Ха-ха-ха, золотые руки. Получилось задняя, чтобы без нажатия. А вот она задняя, включается. Да, я ж слышу. Вот, слышно, она более длинно включает. Ну, прокрути там вал. Вал крутани. Задняя? Да. Все, получилось без... Упор есть же, да? Да, и упор есть. Блин, красота вообще. Ну, под задний упор, чтобы был. Ну да, хоть какой-то. Да ну ты шо. Так, а вот этого уже не будет, да? Ну, сейчас, подожди, надо еще пружинку сюда поставить. А, и все, да? И будет еще и там. Круто вышло. Как ты это сделал? 80 болгаркой. Болгаркой и наточили. Инка Сережку сфотографировала, да? Не покажу. Там секретная доработка была сделана. Надо, потому что это, чтобы пружины там одеть. Ё-моё. Слышишь, как гинеколог, точно, да? Посмотри, что он делает. Вова, иди сюда, ты такого не видел еще. Я не хочу. Не хочу на это смотреть. Ух, елки. А это вот так пружинка там, да? Там не висит так, кстати? Нет. Да там как раз и нет. Это как от кровати, да, похоже? Да, но она от кулисы. От раскладушки только она. Только она мягче. Что он там рассуждает, ходит? Да вообще Макс смотрит на эту красоту всю. Слышишь, пока Саня доставал, можно было, ты бы успевал прикручивать, уже все прикручено было, да? А ты близ защиту маховика я искал, да? А? Или моторного отсека? Маховика. На пятиступках тоже так? Нет. Нет, да? Нет, там все проще. Проще все? А эта пружина не влазит? Я бы рекомендовал бы снять. Попал, да? Да? Да, рекомендовал бы снять. Хотя бы голову сделать, да? Перемыть его весь. Вниз не лезть. Не, ну там нет, так посмотреть. Можно снять и подбор. И кольца там, подкинуть, да? Смотри, ну, да, если это самое можно. Ну, пи***на получала 100%, и кольца подкинуть было бы не лишним, если снимете голову, то это значит. Понесли. Идем за мотором. Пошли. Саня, вы не уходите еще? Нет. А что вы через 100? Мы голову снимем сейчас. Да.